Адвокатам при вступлении в адвокатское сообщество после сдачи экзамена соответствующего выдается значок адвокатуры, который подтверждает принадлежность того или иного адвоката к адвокатскому сообществу. Присмотревшись к этому значку, я увидел крест, христианский крест. Я являюсь мусульманином по вероисповеданию. И, естественно, у каждого человека либо она есть вера, либо ее нет вообще. Каждый имеет право исповедовать ту или иную религию, либо не исповедовать вообще никакую. Поскольку Россия у нас исповедует разные конфессии религиозные, и выдаваемый значок, старый значок адвокатуры, который подтверждает принадлежность лиц адвокатов лишь одной христианской религии, я считаю, как бы это ущемляет мое право на свободу совести и вероисповедания. Я обращался на соцсетях, на официальный сайт нашего президента Федеральной палаты адвокатов с просьбой организовать изменение значка адвокатуры, либо предоставить возможность выбора, либо идеально для всех вариант, чтобы не было отождествления принадлежности той или иной религии, чтобы он был нейтральным, чтобы не было никаких религиозных знаков, ни крестов, ни полумесяцев.